Идем на огород. За 4 дня навалило столько много снега. Почти 50 сантиметров, почти полметра. Снег шел не переставая. В прошлом году я поленился пойти пораньше. Он подтаял, и на нашей веранде провалился потолок. Сейчас мы сделаем по-другому. Мы этот снег сбросим сначала с нашей веранды. Вот мы на крыше начинаем эту работу, уже половину сделали. Так, мне неудобно с мобильником здесь, скользко. Ну, попробую. Одной рукой снимаю, одной рукой чищу. Так, вот огород весь засыпан снегом. Слева одна первая у меня теплица. А здесь рядом вишня, на которой я стою. Все, крыша почищена. Можно идти чистить тепличку, которая недавно построена. Вот сейчас до нее прочищим дальше. А впереди у меня сарай. Слева колодец. Вот, не пройти, надо почистить. Ну, полезем на крышу. Труд на пользу. Ну что, приступим к работе. Вот смотрите, сколько снега. Очень много. Если он намочится, этот снег, он обязательно провалит крышу. Здесь наклон маленький. Там меньше 30 градусов, поэтому он провалится. Он у меня 2 года уже, он на грани был. Но, наверное, в следующем году я поменяю здесь поликарбонат новый и укреплю доски под крышу. Опасно оставлять снег мокрым на крыше. Вот все. Эту теплицу новую мы... Она второй год у меня. Мы почистили. Сейчас перебираемся на эту теплицу, на старую. Этой теплице уже много лет, уже больше 5 лет. Здесь крышу тоже надо менять. Здесь склон налево-направо, но тоже наклон не очень большой. Мои яблоньки укутанные. Ой, бочка. Бочку я забыл перевернуть, вылить там полно воды. Потом в конце я просто ее прокину и вылью эту воду. Ну что, начинаем чистить. Видите, сколько много снега? Полметра. Вот, все, обе теплицы чистые. На крыше снега нет. Ну что, уходим домой. Пока, огород!